Скажи, ты бы хотела знать свое будущее? Света тоже захотела. Она рисовала его солнечным и безоблачным. Но вот что оказалось на самом деле. Света весь день уплетала конфеты. Зря столько сладкого ешь. Совсем забыла про тебя. Я теперь с вами жить буду. Нечисти полный дом. Еще и ты. А ты, кукла, не будь такой скрягой. Мимо проходила Катя. Катя, Катя! Но она не слышала. А ей передайте, что в наушниках музыку меньше слушала. Учить нас жизни вздумал. А вы бы его послушали. В чего это? А он колдун. Колдун? Верно. Меня зовут Бун. Неспроста он вас жизни учит. Я все вижу и все знаю. Колдун, говоришь? Именно. А я буду девушкой Марка. А ко мне вернется Кент. А я закончу универ. Ваше будущее в ваших руках. Да ничего он не может. Брешет. Я могу перенести вас в будущее. Сами увидите. Давай. Света, не шутите с ним. Я, наверное, стану актрисой. И выйду замуж за Марка. А я открою кукольный театр. А я буду музыку писать. Боюсь, что не это вас ждет. Колдун взял часы и начал проматывать время вперед. Стоп. Добро пожаловать в будущее. Что это со мной? Такой ты будешь через 60 лет. Я дряхлая старушка. Света, Света, проснись. Ой, а что это? Вот это тебя разнесло. А я говорил, меньше сладкого есть. Света, кушать. Я до сих пор живу с Катей. Чего? А я говорил, меньше музыку в наушниках слушать. Эх, чего уж там, пошли есть. А где мой кукольный театр? Тебя выгнали за скверный характер. А я была актрисой. За лишний вес. Не взяли на роль. Чего? Ну, тут все понятно. Я с Марком хоть встречалась? Нет. Дай-ка я ему позвоню. Алло, Марк, приходи на чай. Света, там Марк пришел. Марк, привет. Привет, Света. Это что за дряхлый пень? Знатно тебя разнесло. Ай, Катя, сделай чай. Да послаще, сахар падает. Чего? Ай, Марк, что делать будем? Ну, давай в домино партейку. Чай. О, хорошо. Света, там прогноз погоды начался. Кукла, ты еще что-то видишь? Не ослепла от гаджетов? Молчи, пень трухлявый. И тут Света задала вопрос в лоб. Марк, это как так вышло, что ты мне встречаться не предложил? Света, прошло столько лет, а я все не решался. Ой, батюшки, все. Ой, вокруг тебя всегда было столько парней, я не решался. А теперь готов. Ты станешь моей невестой. Ох, какие страсти. Лерой? А почему он молодой? Он дух. Не стареет. Света, колено ноет. Да на что ты сдался мне? Пень старый. Когда тут такой молодец. Так, время вышло. Вернулись в реальность. Ну, Света, не дождешься от меня кольца. Но... Марк ушел. Ты что делаешь? Стресс заедаю. Ничему тебя жизнь не учит. Если понравилось видео, ставь лайк.